будет с вами Сила, дорогие друзья. Продолжаем рассматривать существ из вселенной Звездных Войн. Сегодня на очереди Акси-зверь. Акси-зверь был покрытым шерстью травоядным млекопитающим, обитавшим на планетах Тайтан и Воз. Скитаясь по открытым пастбищам в мире гор, они со своим массивным телом представляли угрозу для всех, кто имел неосторожность встать на их пути. Цвет кожи Акси-зверя был серым, цвет шерсти коричневым, а цвет глаз черным. Будучи широким и косматым травоядным, Акси-зверь был очень агрессивным животным, которого было очень просто вывести из себя. Акси-звери путешествовали в стадах, в которых эти копытные были не самой легкой добычей для манка-котов или летающих крылья-пастей. Шипы на спинах акси-зверей могли легко пробить шкуру таких хищников. А домашнивание акси-зверей было нелегкой задачей. Животное могло закрепить в памяти образ одного существа, испытывая сильную привязанность к приручившему его. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, вступите в группу канала, ссылка будет в описании, поддержите проект.